Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Итак, продолжаем с вами пасхальную тему. Кулич мы с вами испекли, десерт к Пасхе мы с вами сделали, а сегодня мы попробуем оформить с вами красиво пасхальные яйца. Всем, кому это интересно, оставайтесь до конца видео и давайте вместе с вами покрасим яйца. Нам понадобятся яйца белые, салфетки белые, перчатки, красители для яиц, посуда для краски, ватные палочки и также вода. И воду еще добавила немножечко уксуса. Сначала отвариваем яйца. Высыпаем краситель в каждый стаканчик. И добавляем понемножечку, добавляя везде теплой воды. Буквально так немножечко. И размешиваю. Я размешала все краски. Кстати, вот тут краска как-то плохо растворяется. Вот крупинки, видите, что-то не растворяется она. Все растворились хорошо, а вот одна краска как-то не очень хорошо растворилась. Сейчас берем салфетки. У меня салфетка была большая, я разделила ее на 4 части. Если салфетка маленькая, разделите на 2 части. Теперь берем яйцо и заворачиваем в салфетку. И теперь берем краски и вот так вот ватным тампончиком промакиваем в разных местах. Обмазали всю салфетку красками в хаотичном порядке. И теперь так немножечко придавливаем салфетку к яйцу, но не сильно, чтобы не раздавить яйцо. И оставляем на тарелочку, пускай немножечко подсохнет. Берем следующее яйцо и делаем все то же самое. Заворачиваем. Намазали салфетки краской и дадим немножечко им подсохнуть. Прошло где-то 10 минут, может быть, надо было и больше дать постоять, но я хочу попробовать посмотреть. Посмотрите, какая красота у нас получается. Давайте еще развернем, посмотрим. Берем каждое яйцо, смазываем ватку в масле растительном и натираем наши яйца, придаем им глянец. Видите, ватка почти не пачкается, вся краска на яйце. Thank you.
получается вот такие вот глянцевые у нас красивые яйца. И так поступаем со всеми яйцами. После того, как смазали все яйца растительным маслом, берем салфетку и вытираем лишнее масло, убираем. И вот получается, вот посмотрите, вот такие вот яички. Ну вот, посмотрите, какие получились яйца все. Все получились очень и очень красивые. Ну вот, дорогие друзья, наши пасхальные яйца готовы. Я вас всех поздравляю с наступающей Пасхой. Всем желаю добра, здоровья, любви, счастья. Чтобы в ваших семьях всегда было все хорошо, и все были здоровы ваши дети и ваши родители. А на этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в своем следующем выпуске. До свидания.